А перед просмотром я хотел бы вам посоветовать канал Маода. На его канале ты сможешь найти различные мини-игры по Майнкрафту, а также узнать, где можно безопасно и по низкой цене покупать лицензионные аккаунты Майнкрафта, посмотрев определенное видео. Заходите, ребята, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Да. Вроде я установил новую версию, не знаю, там вышла какая-то новая версия, не знаю, что изменилось. Но, ребята, закончил я уже строительство нашего магазина, как бы вот такой он получился, как бы мне кажется, нормально, да. Нормальный такой магазин, место тут так нормально тоже. Сейчас давайте тут где-то факелы поставим. И давайте, я думаю, ребята... В этой серии, в этом эпизоде, ребята, мы будем делать продавцов. Да, будем мы делать продавцов, ребята. Только я сейчас как-то посмотрю, где мы их поставим, в какой точке они будут в магазине. Так, давайте сейчас сделаем себе немного лестниц, мне нужно. Приблизительно вот так, да. Один продавец у нас будет где-то вот... Фиг его знает. Один у нас будет вот тут 100%. Давайте как раз его сейчас сюда поставим. Так. Сейчас, как он у нас будет стоять? Как-то вот так, я думаю. Сейчас. Вот так он у нас будет стоять. Сейчас, я походу неправильно вот это поставил. Хотя... Нет, думаю, нормально. Так. Нет. Нет. И, да, ну, в принципе, да. Так, ребята, и так. Сейчас мы пока что сделаем интерьер, как бы, магазина, да, чтобы знать, где будут продавцы стоять. Вот так. Так, тут у нас будет один стоять. Вот так, отлично. Тут у нас один будет. Тут картину мы ему, наверное, поставим. И тут у нас будет... еще нужно немного... вот этого, как его... ступенек, да? Вот так. И другой у нас будет вот тут. Вот так. И вот так, отлично. Вот так. Сейчас. Давайте мы его поставим. Ну, не продавца, а вот это. Так. Нет, ну сейчас. Один у нас будет вот тут стоять, другой вот тут. Ну, короче, да. Сейчас. Как-то поставим вот это. Так, тут что-то не так. Вот так. Так. Нет. Да, короче. Так, так. Так, так. Так. Нет. Так и вот так, отлично. И пол я потом, наверное, другой какой-то сделаю. Вот сейчас пока что вот этот пускай будет. Так, вот отлично. Сейчас, ребята,
Я сбегаю быстренько домой, сделаю там пару картин, разукрасим там немного. Так, вот эти все ресурсы, которые... Так, нет, сначала... Давайте куда-то вот сюда мы пойдем. Да пофиг, вот сюда. Так, вот это, вот это, вот это, вот это. Так. Там покемон босс, ну пока я не буду пока что вот его там убивать. В принципе. Так. Сейчас. Вот так. Вроде вот так делает, да. Чуть я и забыл как-то даже. Еще одну давайте. Сейчас разукрасим немножко там. И давайте еще. Так. Так. Отлично. Ее, может, цветы найдем какие-то? И желтые бы. Вот, желтые у нас вот тут. Так. Вот, да. Вот, отлично. И желтые цветочки. Так, и сейчас, ребята, давайте поставим вот тут картины. И нет, сначала... Хотя сейчас... Да, давайте сначала картины. Вот. Вот. И нет, это... Ух ты, ни хрена себе. Так, ладно, давайте вот. Ну. Опять это нет. Ну, так, ух ты ж. Во. И вот тут еще одну. Нет. Во, отлично. Фух, так, ребята, сейчас давайте... Да, в принципе, вот тут и пускай, так что вот тут. Да, нет. А, да. И... Да.
Так. Отлично, ребята. Так, сейчас, ребята, начинаем мы делать продавцов. Да, давайте. Так, нет, сначала идем домой. Нужно еще сбегать домой. Сейчас кто там был? Опять так, ладно. Сейчас тут еще у нас кто может будет какой-то. Ух ты. О, давайте убьем как раз. Он большой уровень. А он в бою. Ладно. Да пофиг, просто посмотрю, есть. О, давайте. Убьем. Где он? Опять ты. Так. Ну, давайте еще посмотрю, кто тут у нас. О, давайте тоже его убьем. Так. Ладно, ребята, идем. Все это мы поскладываем в сундуки сейчас. Нужно поскладывать в сундуки, чтобы не мешало, когда мы будем делать, ну, продавцов. Так, сундук. Давайте вот сюда все поскладываем. Так, все. Все у нас в том сундуке. И, ребята, пошли мы делать продавцов. Идем, идем. Так, сначала. Ну, давайте сюда. Так. Ух ты ж. Так. Пикачу. Так, ребята, сначала включаем мы гейм-мод. И давайте, где у нас вот это все? Не помню, если честно. Вот эти все штуки, чтобы делать продавцов. Честно, не помню. Сейчас поищем. Может, вот тут? Тут нет. Тут. Тут тоже нет. Да где же ты было вот это все? Вот, отлично. Так, ребята. Делаем мы продавца. Имя, имя, имя. Пускай будет мистер. Мистер, мистер, мистер. Как бы его назвать? Сейчас подумай, какое-то нормальное имя пускай будет. Мистер. Что-то в голову вообще. Когда надо, тогда нету. Ну, в смысле. Как бы его назвать? Хрен его знает. А, пускай мистер Старк. Что первое в голову пришло, Тони Старк, да и все. Так, Human Male, отлично. Выберем ему текстурку какую-то, чтобы было более-менее похоже на продавца. Так, полицейский, нет. О, Макдональдс, продавец, но ты нам не нужен. Вот, ну такой у нас уже есть трейдер, такой тоже у нас вроде уже есть в том магазине. О, негры пошли. Так, чё ты? Вот я видел кого-то тут нормального. Нет, не тебя. И вот такой у нас тоже же там вроде есть или кто-то. Сейчас. Или такой, я не помню, если честно. Вот такой тот, вот такой есть, да. Тогда и такой вроде есть. Да, что-то все, кажется, есть, но... Вот, пускай такой будет.
Сейчас я пойду сбегаю, посмотрю, какие там есть, чтобы не были одинаковые. Да, вот такой. Да, и вот такой. Значит, мы выбрали такого, которого у нас еще нету. Так, сейчас тут еще что мы можем? Плащ выбрать. Давайте выберем ему какой-то. Пускай такой будет, да и все. Не-не-не, не хочу я ему глаза никакие выбирать. А, мы сейчас еще. На твою ж мать. Не знаю, как это вот то. Так. Так. И сейчас не будем ему выбирать плащ. Так, сейчас. Тут у нас, где вот это все выбирать, я, если честно, не помню. Нужно выбрать одну вещь. Во, вроде вот это. Чтобы он на нас смотрел, когда мы к нему подходили, чтобы он вот в стенку не пялился. Нет, вроде не вот это. Нет. Так, сейчас. Нет. А, да как тебя заставить смотреть-то? Я не помню просто. Да, вот это, но не нужно, чтобы ты приседал, когда мы к тебе подходили. Или ты так будешь стоять сейчас. Да, он на нас смотрит, но... Вот, отлично, отлично, отлично. Так, ребят, сейчас мы ему будем настраивать... Нет, инвентарь нам не нужен. Будет он у нас трейдером, да. Сейчас, ребята, давайте, что мы будем ему продавать? Берем мы алмазы и берем... Не, не продавать, да, продавать как бы. Ему мы будем продавать... Лечилки, да. Лечилки мы ему будем продавать, ребята. Все. Еще сейчас. Сейчас. Так, вот этой у нас нету или... Или какой у нас нету? Сейчас, секунду. Да, вот этой. И вот этой. А вот те потом возьмем. Если, в принципе, у него будет место еще там. Так, трейдер. Как я понял, сюда нужно один алмаз поставить, да? А сюда мы поставим как бы вот это, да? То есть мы ему даем лечилки. Ой, ай-яй, не-не-не-не-не-не-не. Вот так. А он нам дает алмазы. Да, мы ему сюда кладем лич. Как я понял. Сейчас давайте проэкспериментируем. Вот так. Нет. Наоборот, вроде нужно. Сейчас, значит, исправим. Исправим. Похоже, вот так нужно. И давайте сейчас посмотрим.
Да, вроде вот оно, если... Может, баг какой-то. Нет, вот эти нельзя брать, вот только то, что ты даешь. Да, отлично, ребята. Так, давайте еще там какие остались. Вот это. Вот это у нас по две штуки будет. Вот это будет две штуки. А это будет три штуки или две, так как это как бы полностью лечит или что-то такое. Вот там покемон босс, но пока что не буду я туда идти. Сейчас мы делаем вот это. Так, вот так. Не знаю, хватит ли места. Да, как раз. Как раз. И вот так. Отлично. Вот это пускай по две штуки будет, да, так как это тяжелее достать, чем обычные лечилки, мне так кажется. Ну да, повышенный. Так, ребята, вот этот у нас готовый. Да, все. Мы ему даем любые лечилки, он нам дает за это алмазы. Так, ребята, отлично. Один продавец у нас есть. Так. И, в принципе, ребята, давайте на этом закончим. Сделали мы небольшой такой интерьер дома, сделали мы уже одного продавца. И сейчас, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.